честь 8 марта. Куда ты приехала, Мил? А кто там? А? Вон. А что ты будешь делать? Громче можешь? Хобот. Не подходи ко мне. Боюсь. Okay. Иди вот, давай. Так, только ты, Милу, держи, пожалуйста. Да, я тебя держу, давай. Давай, не бойся. Какая щупальца. Какая щупальца. Давай, так давай. О! Да, ищет, ищет, ищет. Он немножко на пиявку похож хоботом. Мы приехали отметить в русское кафе, оно называется «Синий слон». Мила кушает борщик, мы кушаем окрошечку, еще будут драники. Да, Максим? Знаете, как выглядит наевшийся человек? Не прикидывается. Приехали в новое кафе. Здесь очень много детских всяких статуй. Миле есть чем заняться. Такое какое-то интересное. Сейчас посмотрим. Вечерний праздничный десерт. Мила, греби, греби, пока папа не видит. Уже окончательно праздник запомнился. Да, милая? Да. Куда едешь?